1 января водители начали активно пользоваться предоставленной им 50% скидкой при оплате штрафов за нарушение правил дорожного движения. Эта льгота, напомню, распространяется на тех, кто успел погасить долги в течение 20 дней с момента вынесения постановления. Как сообщают в Главном управлении ГИБДД России, всего за первую половину месяца вынесено более 1,5 миллиона таких постановлений, и 300 тысяч из них уже оплачено. Причем большую часть штрафов водители погасили именно с дисконтом.